Сила Прабхупады ки джай. Ананта Патимай Шрама Вринда ки джай. Гаура Преманан. Харибол. Из дружеского расположения, причем высшую истину Матах Паратарамна нет. Нет истины выше семья, он указывает на конечную высшую истину. Скрытую от глаз обычных людей. И более того, Кришна присутствует непосредственно перед Арджуной. В качестве очень близкого друга. Настолько близкого друга, что Арджуна забывает положение Кришны. Забывает, он попадает в некую иллюзию, состояние иллюзии. Он вдруг начинает переживать о радостях и печалях этого мира, думает о том, что будет в будущем, удачах и неудачах, счастье, несчастье. И Кришна лично присутствует, и из сострадания к своему другу начинает говорить сразу о высшей истине. Обычный человек, однако, не готов говорить сразу о высшей истине. Поэтому Кришна говорит о разных вещах поговорить. Кришна связывает все с абсолютной истиной, но также он указывает на человека, что есть различные люди, принимающие Бога, не принимающие Бога, которые выбирают разные пути к совершенству. Карма-йога, он говорит об этом, он говорит о гьяна-йоге, говорит об аштанга-йоге, даже говорит о Арджуне на поле битвы. И Арджуна, он не понимает, о чем говорит Кришна долгое время. По его вопросам мы судим об этом. Он спрашивает, ты мне объясняешь все эти науки деятельности и йоги, но я не думаю, что я смогу победить ум просто сидя в уединении. И я не знаю, что же мне все-таки делать, все-таки действовать или не действовать, что же лучше. Пока Кришна не заговорит о преданном служении, но... Но прежде чем человек зовется преданным служением, должен получить трансцендентное знание. Самбанда Дьяна, это и есть Бхагавад-гита. Выслушав Бхагавад-гиту, Арджуна с уверенностью говорит, сомнения рассеялись, силы вернулись ко мне. Я снова сильный, как прежде, тот же самый Арджуна, я твой друг, Кришна, я готов выполнить любое твое желание теперь. Я способен на то, что выполняет твои желания божественные. Я достаточно оснащен теперь, он говорит, знанием. У меня есть эта энергия, и понимание вещей, и сила вернулась ко мне. Тогда как скорбь Арджуна повергла просто в уныние, и поэтому духовный путь может казаться трудным. В состоянии уныния он практически невозможен. Если эта скверна приходит, даже преданному он опускает руки, как Арджуна, теряет силы, роняет лук, и он почти плачет, и в страхе дрожит. Я вижу дни несчастья впереди. Неужели я должен вступить в эту противоубийственную войну? Он забывает о своем долге, он забывает о предыдущих обстоятельствах. То есть в какой-то момент скорбь она повлияла на Арджуну так, что он не смог разобраться, что же ему все-таки делать, а что не делать, он не мог разобраться в своей карме. И Кришна напоминает ему, Арджуна, прежде всего, давай устраним скорбь. Скорбит невежественный. Шудра, но ты арий,
Поэтому я очень удивляюсь, как эта скверна могла на тебя повлиять. Арии не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мудрецы, знающие отличие материи духа и понимающие конечную цель, они смело идут к этой цели, даже ценой своей жизни. Они не боятся смерти. Арджуна, ты же воин. И воин, понятно, должен сражаться на поле битвы. Это его долг, его шанс к совершенству. Исполняя свой долг в служении Богу, ты станешь совершенным, он говорит. Это не война, это долг твой. Это не просто убийство, это необходимость в случае с войной. И когда он говорит о трансцендентном знании, Арджуна уже принял Кришну как духовным учителем. Он уже спрашивает его, он уже не настаивает, не утверждает свою скорбь, он к ней не возвращается, начинает слушать и принимать наставления. В случае с Арджуной это произошло за час-полтора. Он стал снова совершенным за час-полтора, слушая Бхагавад-гиту. В нашем случае немножко дольше занимает времени. Чуть-чуть. Но когда-нибудь, по прошествии каких-то лет, вы откроете Бхагавад-гиту и через полчаса станете совершенным. В какой-то момент случится же. Так же, как с Арджуной. За час-полтора он просто услышал из уст, и сразу же совершенство вернулось к нему, все ситхи, все знания, ананда, блаженство, реки нектара, он погрузился в них. Это было не сражение, это было трансцендентное преданное служение. Очень удивительная книга. Но в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне: если ты хочешь получить знания, обратись к гуру и соблюди три условия. И ты сможешь обрести знания. Должен найти истинного гуру, спрашивать его, служить и почитать три вещи. Тадвит и пранипатина, пранипат, почтение. Хочешь знания, сначала почтение. Пранипатина, парипрашняна, парипрашна, спрашивай. Вопросы должны быть. Ты не должен думать, что все знаешь, нужно спросить. Учиться заново придется, духовно учиться, всему заново. Несмотря на то, что у нас есть высшее образование, какой-то опыт жизни. Может быть, для кого-то мы уже видны авторитет. Тем не менее, приняв духовного учителя, нужно переосмыслить многое заново. Парипрашна, севая в служении. Спрашивай в служении, не спрашивай с вызовом. Спрашивай, готовый выполнять наставление гуру. Иначе ты не сможешь получить знания. Но, с другой стороны, если ты соблюдешь условия, это легко будет, потому что эти люди, Татва Даршина, они видят истину. Ты легко сможешь получить это знание. Не догадку, не предположение. Ты сможешь получить точное знание. Безошибочное. Знание описывается в Бхагавад-гите как качество человека. Ничто иное. Никакие другие образования не причисляются к знаниям. И первое качество, которое необходимо обрести на этом пути, это аманитвам. Аманитвам. Адам Хитва, Махимса, Кшантир, Арджам, Ачарья, Пазанам, Шаучам, Старям, Атмани, Виграя. 20 качеств перечисляет Кришна. Первое смирение. Первое смирение нужно помнить, я не это тело, я есть душа. Не быть под влиянием событий своей жизни, впечатлений этой жизни. Нужно спокойно к этому относиться. Приходит счастье, несчастье, спокойно смотрите на это. Это приходит и уходит, как зима и лето. Зачем переживать? Слишком глубоко. Немножко можно. Мы чувствуем зимой мороз, летом жару, но мы же не переживаем это. Просто терпим. Ну, лето, ну, жара, она пройдет. Какие-то сводки на погоду. Дождь, да, открытие уже прохладнее будет. Мы терпим. Полмесяца жары, в ожидании дождя. Дождь заливает иногда. Месяц. Но и он тоже проходит. Зима наступает холодно, мы готовимся, но зима проходит. Тот переживает по этому поводу сильно. Нет, мы просто чувствуем это. Но мы не пускаем вглубь, мы не впадаем в состояние скорби за то, что зима придет. Или наступит жаркое лето. Или то, что сезон комаров начинается, боже мой. Будь она проклята, все на свете. Как же жить дальше? Если мы обрели такое сознание, то означает, человек болен, пропадает. Его нужно лечить. И так, если по каждому поводу люди переживают, они стали больны. Больны гунами материальной природы. Их качества осквернены. Так же, как в состоянии болезни, Прабхупада говорит, в тело вырабатывают какие-то плохие вещества внутри.
Они не нужны, эти вещества, их нет в здоровом состоянии, они чужды нам, но в состоянии болезни вырабатываются эти вещества. И так, когда сознание больно, когда человек не имеет этой преданности Богу, его тело оскверняется, его жизнь оскверняется, он становится болен. Срок жизни его сокращается, много беспокойств на этом пути. Терпеть он ничего не может, но постоянно переживает глубоко внутри себя, несчастьем человек становится. Что такое несчастный человек? Он ждет, когда же придет счастье, когда же придет счастье, когда же будет лучше. Это человек, который сидит в яме лесной, провалился в глухой колодец. Что ему остается, как так мыслить? Когда же меня спасут? Кто-нибудь, может быть, появится? Означает, что человек попал в беспомощное положение. Ему нужна помощь. Но люди в иллюзии, находясь в беспомощном положении, они сохраняют свою гордость. Я сам. И когда им протягивают руку туда, говорят, нет, я сам. У меня уже есть план. У меня уже есть план, как выбраться отсюда. Подкоп, там кто-то, что-то еще, он уже планирует, хотя он там все это валит на его голову постоянно. Но у него есть планы собственного спасения. Но шастры говорят, невозможно переплыть океан, держать за хвост собаки. Пробовали? Да хотя бы даже шартаж не переплывет это. Что же в океане говорит материальное существование, держать за хвост собаки. Нужен корабль трансцендентного знания. И вот таким образом, корабль трансцендентного знания – это качество человека. Это сила, способность терпеть и переносить любые невзгоды, любую двойственность. Это мы говорим только о погоде, а ведь есть еще друзья и враги. Есть еще неприятности от людей, это их более серьезная проблема на самом деле. Отношения людей очень сложные сейчас, крайне сложные. В личной жизни запутаются практически все люди, редко не запутываются. Недавно я был в Астане, мы были в Астане только что. Но там есть одна начинающая преданная. У нее очень хорошая семья, я был этому очень удивлен. Когда спросил я о семье, я не ожидал такого ответа. Она рассказывала, был просто потрясен. Семья идеальна. И муж, и дети, и все на работе, и деятельность, и качество, и добродетель. Я думаю, откуда это все? С другой планеты, по-моему, какая-то семья снизошла. Из своего опыта я практически не встречал таких примеров. Я же не молодой уже. Я сам семейный человек. Есть некоторый опыт. Это очень редко, редко. Но мы можем заметить, что такие сообщества держатся на качествах, ни на чем другом, ни на деньгах. На личных качествах. И где есть запас добродетели, запас духовных качеств, это вот как бы крепкое, настоящее. И задача нашей практики – развивать эти духовные качества знания, обрести трансцендентное знание. Это не академическое образование, хотя оно не отрицается, верно? Можно получать академическое образование. Мы это делаем. Но цель, конечно, не в этом. В конце концов, нужно обрести трансцендентное знание, то есть трансцендентные качества. Я знаю только себя. Поэтому познай себя как душу, как чистую душу. Ты сможешь познать все остальное точно так же, чистым образом. Если я понимаю себя как тело, то я буду смотреть на другие тела, и я больше ничего не буду видеть. Тело – это только противоположный пол. Вот и все, что интересует людей в этом мире. Женщины и деньги. Это материальное знание. Но трансцендентное знание может общаться на уровне служения, преданного, чисто преданного служения, очень возвышенное отношение иметь. Даже в семье. В любом обществе. Такой человек может войти иголкой, выйти плугом, пропадывая. Его деятельность, она создает переворот в сознании людей. Очищающий переворот. Это революция, если вы начинаете соблюдать регулирующие принципы сейчас, не так ли? Если вы не едите мясо, рыбу, яйца, это же революция. Если вообще никаких интоксикаций не принимаете, это полная революция для окружающих людей. Такого же не может быть, зачем тогда вы живете? Вы никого не обманываете, боже мой, вы очень простой человек, это тоже революционно. И никакого незаконного секса, ну вы фанатик, конченый человек, все. С вами все надо разговаривать, бесполезно дальше продолжать. Если даже сердцем не занимаетесь, вообще непонятно, зачем вы родились на свет. Итак, эти четыре вещи дал Прабхупада, чтобы совершить духовную революцию. В чем же революционность этого процесса? В том, что, соблюдая принципы, служа Господу, человек становится счастлив. Не религиозен, а счастлив. Не путайте скорбь религиозную с счастьем. Скорбь – это скорбь. Бхагавад-гита говорит, это скверно. Скверно означает грех. Человек не может отменить грех, поэтому он скорбит, скорбит и скорбит. Он несчастен, потому что он сам совершает грехи. Вот в чем проблема.
Ну, арийская цивилизация подразумевала, что человек получает посвящение духовному учителю. Дает обеты и следует этим принципам всю жизнь. Принципам чистой жизни. При этом он выполняет свои обязанности, как Арджуна, берет лук и стрелы и сражается с врагом. Поскольку такова необходимость, такой долг его. Итак, это основополагающий момент. Прабхупада говорит, это не легкий процесс, комментарий объясняет к этому стиху. Духовная жизнь трудна. Мы знаем об этом, что жизнь трудна духовная. Но то, что материальная жизнь трудна, мы догадываемся уже. Бывают трудности. Но мы же ищем облегчение духовной жизни. Почему же говорится, что она тоже трудна? Что же, я шило на мыло меняю, что ли? Там были одни трудности, здесь меня поджидают другие трудности. Духовная жизнь трудна, ведь путь нелегкий будет. Почему? Потому что это путь отречения. Очень трудно отречься от греховных желаний. Самое трудное в жизни – отречься от греха. От причины страданий. Это тоже доставляет некое страдание. Люди готовы отречься от страданий, хоть сейчас. Любого спросить. Вы готовы встать на такой путь отречения, где с каждым шагом будет танец, скажем, словом, песня. Но не готовы отречься от причины страдания, от собственных поступков греховных. Это трудно, это больно. Тем более, больно признавать, что я грешник еще. Там мы были нормальные люди. Пришли сюда, мы стали грешниками. Мы стали понимать свое несовершенство. У нас появился какой-то свет в сердце, в знании. Через смирение мы стали понимать, что я на самом деле не такой значимый. Ну, не самый значимый, так сказать. Чуть-чуть, конечно, значимый, но, оказывается, не самый значимый. Когда Господь Читания пришел однажды к Харидас Такуру, знаете, что это такое Господь Читания? Это олицетворенная прямо бхакти. Один вид Господа Читания делал всех преданными. Его эмоции, когда он выражал какие-то духовные эмоции, разлуки, любви к Богу, люди, глядя на него, теряли сознание. Так описывается в Читании Чаритамрите. Он просто появлялся, и люди воспевали, как сумасшедшие святые имена, и все. Его тело было таким духовным, оно колыхалось от любви к Богу, эти эмоции просто всегда его переполняли на каждом шагу. Не было ничего другого в нем, кроме этих трансцендентных эмоций любви к Богу. И Господь Читания пришел в этом состоянии, в своем трансцендентном, Харидас Такуру, лично, Джаганнат Хапури. И спросил, задал вопрос. Он удивительно. Мы только что говорили. Парипрашна означает «я ученик». Если я спрашиваю, я ученик. А Господь Читания. Нама Маха, Ваданяя, Кришна, Према, Прадайте, Кришна, Кришна, читай. Нам не говорят, Кришна Маха, все поклоняются Ему. Это чистая любовь к Богу, олицетворение Премы, золотая аватара, аватара милости. Верховная личность Бога, скрытая чхан аватара, как преданный приходит. И он смиренно складывает ладони в этом состоянии трансцендентного экстаза и смотрит на Харидаса, и Харидас трепещет от этого взгляда. Господь Читания спрашивает, скажи мне, Харидас, открой мне свое сердце. Это не просто вопрос. Это важный, сокровенный вопрос. Скажи мне, каким образом люди Кали-Юги смогут быстро освободиться, кратчайший путь, назови. И что увидел Харидас такой в глаза Господа Читания? Решимость сделать то, что скажет Харидас такой. То есть ты говори, а я сделаю это. Приказывай мне, я сделаю это. Ты самый сострадательный, поэтому я к тебе обращаюсь. То есть я не такой сострадательный, говорит Господь Читания. Но ты, Харидас, ты такой сострадательный, ты терпел 22 базарные площади, тебя хотели убить. И ты терпел, ты простил своих обидчиков, ты молился за них. Ты умер для них, потом воскрес заново. Харидас, ты самый сострадательный. Поэтому ты скажи, укажи кратчайший путь, а я сделаю это. Я обещаю. Когда Харидас слышит вопрос, он теряет сознание практически. Все это он думает, как ты можешь мне задать вопросы, кто я такой? Я низкорожденный человек. Из плохой семьи.
У меня нет ни капли знания трансцендентного. И ты наполнен этой любовью к Богу. Ты сам Кришна, ты спрашиваешь меня. Боже мой, у меня в голове не умещается. Но поскольку ты хочешь, чтобы я говорил, пусть это знание пройдет через мое сердце, и я буду говорить, как твой инструмент. Просто ты будешь дергать струны. Я готов сказать то, что ты желаешь. Что ж такое кратчайший путь к Богу? К совершенству. Вопрос интересный. Есть много путей. Кратчайший. Почему Господь Читание спрашивает? Потому что люди, калюги мало живут. Они очень беспокойны, очень ленивы. Поддаются тоске и скорби легко. Какая йога вообще? Они даже книги читать не могут в жизни. Потому что в голове другие мысли. Где муж, где жена, где деньги? Что там ребенок делает? Как жить дальше, боже мой? Какие-то новости в интернете. Война еще не началась, третья мировая, нет? Пока мы тут сидим, инициацию проводим. Надо беспокоиться обо всем этом. Кратчайший путь к Богу означает сразу же према-бхакти. Бхагаватам говорит, чтобы достичь према-бхакти, чисто преданного служения, нужно много жизни. Серьезной практики. Религиозная практика. Практика аскетизма, практика йоги, практика контроля чувств, практика добродетельных поступков, благотворительности. Нужно многое сделать. Прежде чем человек обретет право принять этот плод любви к Богу в свое сердце. Прежде чем он раскроется, как Ананда, как неистощимое блаженство в нем, счастье. И он может давать Кришну, когда кому захочет. Но много жизни, говорится в Бхагавадах Уране, прежде чем это произойдет. Поэтому есть эти пути, которые долгие жизни ведут человека постепенно к совершенству, но Господь читает где-то другом, кратчайший путь. Это не подходит для людей кали-юги. Они в этой жизни все забывают, не говоря уже о следующей. Они в этой жизни все забудут. Кого угодно. Что же это следующее? Если не помнит даже эту жизнь толком, кто-то помнит свое рождение вообще? Он понимает, что произошло? Никто об этом не думает. Хотя он рожден, и он вообще об этом. Он забыл вообще об этом факте. Он должен напомнить, что ты родился, когда ты был в утробе матери, понимаешь? Вот так же ты снова можешь попасть в утробу матери, он не сможет понять вещи. Он забывается. И тогда Харидас начинает говорить сразу же о Кришне. Ну, с Господом читанием можно сразу о Кришне говорить. Как понимаете, это атмосфера такого экстаза, что Кришна на языке просто вращаться начинает. И Харидас говорит, что кратчайший путь – это чистое воспевание. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Потому что Кришна не отличен от своего имени. Вы можете быть несовершенным, но воспевая эту мантру, вы станете совершенным. Можете стать совершенным. Что же будете делать? Вы будете продолжать воспевать эту же мантру. Эта мантра дается для совершенных людей. Но Господь Читание сделал так, что мантра может быть и целью, и средством одновременно. Это цель, чистое воспевание, святое имя Хари Кришна. Имя Бога – это цель. И это же средство к очищению, в этом секрет успеха. Он дал каждому эту мантру, независимо, чистую или нечистую, на каком уровне. Всем и каждому, с закрытыми глазами, он говорит, иди и всем и каждому, говоря Кришне. От человека к человеку, от двери к двери. Это возымеет действие, потому что это лучшее средство. Ниджа, сарва, шактис. Шикшаштик, он говорит об этом, что это вместилище всех энергий. Сарва, шакти. Все это святое имя. И когда Харидас начинает прославлять святое имя, его охватывает трепет, и Господь Читание тоже начинает чувствовать транс, увеличивается. Такое величие святого имени. Знаете эту историю, когда Харидас проповедовал, насколько помню, было в Навадвипе, рассказывал о величии святого имени преданному. И там был один смарта-браман, который слушал скептически. Смарта-браманы, они не имеют любви к Богу, но они очень хорошо знают Писание. Они могут знать прекрасно санскрит, цитировать, запоминать шлоки, знать философию.
Но они не обладают этой любовью, сокровенным знанием не обладают. Они хорошо начитаны. И Харидас Такур смело заявил там, прославляя святое имя, что это сам Кришна, что достаточно просто одного святого имени, чтобы освободиться от всех страданий. Святое имя дает освобождение, он сказал. Все. Это вывод всех вет, он сказал. Что просто сказать святое имя, человек освобождается от всех проблем. Но Смарта Брамана точно не понравился, как такое ты говоришь вообще. Как ты запутываешь людей, как ты все вот так упрощаешь. Ты не читал шастры, сразу видно, что ты не индус, не хинду. У тебя низкое происхождение, и вот теперь мы видим результат. Ты должен был оставаться в своей религии. У тебя не хватает интеллекта понять, насколько высоко святое имя, насколько высоко любовь к Богу, насколько высоко это освобождение. Много жизни нужно прожить в аскезе, в покаяниях, в совершении обетов. Прежде чем человек освободится, ты говоришь просто, воспевая святое имя, человек освобождается, и тебе нос отрежу. Ты просто смущаешь людей, ты все извращаешь. И все слышащие улыбки испугались. Смарта Браман подтверждал Писание на все. Но он ученый человек. Харидас, он был очень смиренен. Он говорил, Господи, читай, у меня нет никаких знаний. Если что-то есть, это твое влияние просто. Это смирение. Он себя не отождествлял ни с плохими, ни с хорошими вещами. И он сказал, если святое имя не освобождает, я себе сам нос отрежу. Тогда у меня нет никакого смысла жить в этом мире. И он добавил, даже тень святого имени освобождает. Даже нечистое имя, даже тень святого имени освобождает. Это значит, что если мы просто хотим, имеем желание чисто воспевать, это уже освобождает человека от многих проблем. Мы не можем похвастаться чистым воспеванием, но если есть искреннее желание, и мы хотим чистое воспевание, обрести чистое, уже освобождает человека вот это желание. Вот такое могущество. Господь сказал, прямой путь, быстрый путь. Имя отлично от Бога, берите имя, говорил Господь Читание. Воспевайте, особенно Хари Кришна воспевайте. Их много имя, особенно Хари Кришна важно. Особой силой обладает эта мантра, век Кали. И более того, он сказал, что века и другого пути просто не существует. Харьярнама, Харьярнама, Харьярнама его. Кевалам, Калауна, Стивана, Сивагати. А, нет, а, нет другого пути. Нет, нет, нет. Трижды. Все процессы в три раза умещаются. Нет. Другие процессы векали не смогут довести человека до конца. Это авторитетные методы в другие эпохи. Векали они не работают. У нас нет времени заниматься аштанга-йогой. У нас нет богатства, чтобы совершать жертвоприношения. У нас нет разума духовного, чтобы в храме увидеть Бога и общаться с Ним. Храмы стоят, но все же атеистов немало. Они смотрят и не видят, слышат и не слышат, слушают и не слышат. Что же делать? Нужно принять лекарство, пропаду. Нужно очистить уши, глаза, чувства. Как? Воспевая святого имени. Тадвиты пранипатина хочет получить знания. Спрашивай, служи. Служи Богу. Интересуйся Богом. Почитай Бога. И это место занимает духовный учитель для того, чтобы ученик смог проявлять такую деятельность служения, вопрошания и почтения. Поэтому говорит, гуру является представителем Бога, маленькая модель, на которой ученик учится служить Богу. Каждый гуру служит своему гуру, иначе он не является духовным учителем. И каждый ученик служит своему духовному учителю. Так что гуру и ученик это в одном лице. Все мы с вами. Это называется парампара, преемственность. Если гуру не указывает на своего гуру, это не гуру. Но он должен указывать на своего гуру, откуда он берет знания, кому он служит, кого он почитает в своем сердце. И тот гуру укажет на своего гуру, он ради гуру совершает это служение. И тот на своего, и в конце концов, ади-гуру существует. Ади-гуру означает изначальный гуру Кришна. Это парампара, преемственность, духовный хоть цепь. Есть линии преемственности, их четыре генеральные, сампрадая. Как бы каналы, надо Прабхупада говорить, по которому знание как бы стекает, река знания поступает к нам. Канал это сампрадая, то есть линия, традиция. Это рудра сампрадая от Господа Шивы,
Шри Сампрадая, богиня Лакшми, супруги Господа Вишну. Это Кумара Сампрадая, от трех Кумар мудрецов. И Брахма Сампрадая. То есть та Сампрадая, в которой мы с вами находимся, традиция Брахма. Мадхава Гаудия Сампрадая. Что здесь говорится? Гаудия Сампрадая, Гаудия Вайшнава. Это Сампрадая, в которую пришел также Господь Чайтанья Махапрабху, который дал Юга-Дхарму, чистое воспевание святого имени, в состоянии према-бхакти. То есть Юга-Дхарма установлена здесь, в этой линии. Все остальные сампрадаи, говорится, они соединятся с этим процессом тоже постепенно. Более того, это распространяется по всему миру согласно предсказанию Господа Чайтанья. Юга-Дхарма утвердится, уже утверждается по всему миру, это будет процесс для очищения, воспевания святых имен Бога. В любых традициях это можно делать. В христианской традиции можно воспевать имена Бога. В мусульманской традиции можно воспевать имена Бога. В иудейской традиции там тоже воспевают имена Бога. Вот этот принцип. Это главное, для чего создаются традиции линии сампрадая. Чтобы поддерживать наш интерес к имени Кришны, к Богу. Не забудь его. Всегда помнить о нем. Лучший способ помнить, Прабхупада сказал, лучший способ помнить Бога, это повторять его имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Именно поэтому ученик любой дает обет и повторяет 16 кругов минимум ежедневно святых имен Бога, ежедневно в практике. Я давал обеты дважды. Мне повезло, в этом смысле. В каком-то смысле не повезло, в другом смысле повезло, потому что у меня два гуру. Один гуру покинул ИСКОН в свое время. Когда я давал обеты и практиковал, но он ушел в ИСКОН. Так случается. Это не такое частое событие, но так случается, бывает. Что падение возможно. Поэтому я принял другого гуру, реинициацию. И давал еще раз обеты. Майяпури, святом месте. Так в моей жизни произошло. Имя практически сохранилось у меня. Сначала имя мне дали Чайтанья Чандра Дас. Первый раз. Это был секрет. Имя переправили через границу по телефону, потому что это было запрещено в то время. Телефоны прослушивались. Так или иначе, какую информацию могли передать и четки поездом контрабандой. Могли взять, но в этом случае их не заметили, как-то привезли все-таки из Швеции. Мы знали число и время инициации. В это время был на работе. Я сутки работал в пожарной охране тогда. Но я знал, что в это время будет инициация. Интересно, что в эти сутки не было никаких беспокойств. Как будто был какой-то праздник. И в сердце я почувствовал, что что-то происходит. Это отдельная тема. Но я почувствовал, что инициация свершилась. Но я вернулся с суток и спросил жену. Ты ничего не почувствовала? У меня вчера было целое явление на работе. Я понял, что мы уже посвящены. Я на расстоянии это почувствовал. Я увидел, что в сердце у меня духовный учитель. Я прямо увидел его лицо, лицо к лицу. Я сказал, ну я вот что-то, какое-то облегчение чувствую, но ничего конкретного не могу сказать. Но какое-то облегчение тоже чувствую. Мы очень волновались, какие же будут имена. Имена, это очень важно, понимаете? Это назовут потом всю жизнь. Когда я спросил на ученицу ваши пожелания по поводу имени, она встала на колени и сказала, пожалуйста, только не три колотита. Только не такое имя. Три калатита есть такое имя. По-русски звучит немножко странно, но хорошее. Три калатита, то есть выше трех, с трех аспектов времени. Трансцендентное означает. Миратхарани, но три калатита по-русски звучит странно. Некоторые имена мы не даем, потому что в русском есть созвучные нехорошие слова, например. Суки. Это счастливое означает, но в русском это ассоциируется с нехорошим словом, поэтому мы избегаем таких. Нет плохих имен, но есть другие плохие языки, может быть. И вот мы ждали день за днем, в конце концов, четки привезли с именами. Но старшие не спешили, они хотели найти день подходящий, место подходящее. Это все подпольно нужно было скрыто сделать, чтобы даже КГБ не узнали, понимаете. И старший преданный должен был взять у нас обеты и вручить четкие от имени духовного учителя инициированные. И назначили уже день, аж через неделю.
Представьте, ну мы же спать не могли, есть не могли. Видимо, это волнение передалось в Сиатре. Значит, беспокоиться о нас уже, нас очень любили преданные. Это была характеристика того времени, поскольку мы жили в опасности большой. Мы все очень-очень сильно любили друг друга. Больше, чем, наверное, своих родственников во много раз. Мы настолько дорожили преданными, что готовы были жить отдать друг за друга. И вот телефонный звонок, я поднимаю трубку, звонит инициативно преданная. Говорит, Харе Кришна, как дела? Я говорю, ну вот, ну нормально. А вы знаете, что он уже не скрывает? Говорю, ну вот, уже слышал, да. Вот, уже имя есть у вас? Говорю, ну да, есть, но я не знаю, это конечно. Ждем. И что, неужели ты не хочешь узнать, какой у тебя? Ну нельзя же, секрет, мы же должны там получить. Я могу по секрету сказать. И самой не терпелось. Я говорю, ну, конечно, ну, если хотите, давайте. Я говорю, и она сказала громко в телефон трубку, Читание Чанда Дас. Я чуть не упал вообще. Я ничего не понял, когда услышал. Что это означает, что за звуки? Но я понял, что это что-то вот у меня внутри. Что-то тождественное мне как бы. Я говорю, здорово. Он говорит, а у жены тоже есть имя? Говорю, да, хорошо, говорю, хорошо. И что, может быть, ты хотел бы узнать? Ну, я не скажу, давай. И первое имя было Бала Гопала Двидас. И она потом долго плакала от этого имени. Сразу не могла принять, согласиться с этим. Вот. И она на кухне, прямо она слышит, о чем мы говорим, значит, она догадывается, она уже понимает, она уже все поняла. Там уже кастрюля гремит, что-то падает у нее в руку вообще. А что там поели, все молча. И я говорю, пойдем погуляем. Она говорит, ну пойдем. Я говорю, ты знаешь, у нас уже есть имена? Ну и что? Ну вот, у меня есть имя, у тебя есть имя тоже. Знаете, возможно, все путаю. Возможно, это она по телефону говорила, а не я. Если бы она здесь была бы, она рассказывала точно. Она мне сказала, пойдем гулять. Сейчас я вспомню, что это она говорила по телефону. А я на кухне был, правильно? На что тогда готовил я почему-то? А, я с ребенком была, да, я в основном я на кухне был. Мы будем гулять, и я вам уже повторяю. И что, ты не хочешь узнать, что ли, как тебя зовут? Ну, нельзя же, типа, секрет уже сказали тебе. Ну, я же, ну, ты же никому не скажешь. Ты же не видишь. Вот на улице она сказала, ты на читании Чандры, и вот ты меня поразил. А ее Бала Гопала. Я говорю, а что это значит, не знаю. Она обратилась, пошла потом уже после посвящения, она обратилась к преданному знающему санскриту. А что значит мое имя, он спросил. Воинствующий пастух. Я на ревела потом целый сутки. Я не хочу быть воинствующим пастухом. Просто ты его балла как духовная сила, ты ее, сила. Ну, а Гопал тот, кто, знаете, бегает там, проказничает, но еще не сильно проказничает. Еще воинствующий такой пастух получается. Агрессивный. Там он перевел почему-то. Хотя бал означает духовная сила, не материальная сила. Там нет агрессии. Вот. Потом я себя успокаивала, не беспокойся. Ну это же духовное имя, это отражает твою суть, понимаешь? О которой мы еще не знаем просто. Ты сейчас не такая, нет, ты в будущем станешь такой. Это еще хуже идет. В конце концов нашелся нормальный человек, ученый, сказал, это значит маленький Кришна. Бхагавад Гита, прекрасная детская форма, он шалит, он играет, он океан Ананды для своих родителей, блаженство приносит, счастье приносит. Да, ну слава, вот другое дело. Так сразу сказал. Имя мужское. Бхагавад Даси, значит, нужно говорить было, не Давидаси. Ну мы тогда не знаем, Давидаси говорит. Когда дают мужское имя, скажем, Кришна Дас, но Кришна Даси, не Деви Даси. А вот Радха Деви Даси, если женское имя. Женское, женщина, Деви Даси.
Но так женское имя может дать мужчине. Радхадас. Потому что я могу служить Радхарани. Неважно, кто я. Поэтому любые женские имена или мужские имена даются кому угодно. Это отражает какое-то качество. Обычно просто гуру чувствует субъективное. Это не объективное. Это не ваше вечное имя в духовном мире. То, что вы сейчас получите. Но в этой жизни вы будете носить именно такие имена, которые вы сейчас услышите. Если даже кто-то не согласен, какой-то мне придется поносить. Главное будет осознать приставку «даст» и «давидаси». Вот это важно. Итак, обеты означают цивилизованная жизнь, потом посвящение. В момент посвящения мы даем эти обеты в течение жизни соблюдать правила предписания, поступать в свои круги ежедневно. И ни при каких обстоятельствах не нарушаем эти обеты. Вы скажете, а вдруг что случится? Несчастный случай, может быть. Всякое. Можно это гарантировать? Нет, мы знаем, будет нелегко, путь будет труден. Соблюдать обеты всю жизнь будет непросто. Нужно знать об этом. Практически для непосвященного человека это невозможно. Только посвященный, искренне преданный, может соблюдать все эти принципы всю жизнь. И даже если случится несчастный случай, а печет судра чаро, Кришна говорит, Бхагавадгите об этом, он говорит, что иногда преданный может совершить что-то дурное. Волей-неволей. Он может оступиться и совершить какой-то грех. Ненамеренно. Несчастный случай. Даже на гладкой дороге аварии случаются. Так, говорит Прабхупада. Что же? Сатур, Эва, Саманта, Вя. Если он искренне продолжает свое преданное служение и продолжает соблюдать свои принципы, считает его саду, святым человеком. Вот такое утверждение. Если он честно продолжает служить, иногда вы можете упасть, влиять лицом. Иногда это может случиться. Что вы должны делать? Вы должны встать и пойти дальше. Вы должны продолжать соблюдать обет. Несмотря ни на что. Встать и идти дальше. Это все. Не важно, насколько вы могущественны, важно, насколько вы искренне. И постепенно, пропагандой, постепенно разум будет приходить. Годами будут йогам там. Йенамам паэнтите, разум придет, огромная сила внутренне придет. Отвергать эту греховную деятельность. Не принимать греховные вкусы. Чувствовать им отвращение к этой материальной природе, которая навязывает свои вкусы. Животные инстинкты. Этот будхи, он приходит в развитии. Когда человек занят преданным служением непрерывно, каждый вишнанс кругов, и старается следовать тому, что обещал. Читать книги Прабхупады необходимо также ежедневно. Заниматься служением нужно постоянно, не прерывая всю свою жизнь. Вы можете работать вместе с семьей, но что-то вы должны делать для Кришны, без корыстных. Это особый момент в нашей жизни. Это должно быть излюбленное, наиболее важное занятие. Все остальное нужно служить именно этому принципу, бескорыстному, любовному, преданному служению. Что же я хочу сделать для Кришны? Просто от сердца. Для гуру, просто для миссии. Просто чувство благодарности ко всему этому. Это бхакти-йога. Начинается с этого чувства благодарности, что мы слуги, потому что мы благодарны, потому что мы любим. Не потому, что мы должны подчиниться какой-то силе. Слепой. Кришна, отец и мать, говорится. Кришна опора и прародитель. Кришна духовный учитель. Кришна возлюбленный. Кришна друг. Все возлюбленный. Мы все получаем, я Кришна. Все желания сердца исполняются. Поэтому инициация, посвящение, она имеет смысл и значение. Оставить глубокий след в сердце ученика Санскару. Сегодня этот день для тех, кто собирается получать первое посвящение Харинама Дикшу. Харинама Дикша – это такой термин, что Дикша окончательно, когда человек получает Гаятри, второе посвящение, сначала получает Харинама Дикшу. Если даже кто-то из вас не получит Гаятри, достаточно первой инициации, чтобы вернуться к Богу, руку сказал, Прабхупада сказал. Не беспокойтесь слишком. Если даже кто-то долго не получит второй инициации. Главное – святой. Итак, эти процессы называются самскары, если очистительные церемонии. Есть гарбхадхана самскара, перед зачатием совершается церемония, чтобы очистить сознание родителей. Есть самскара наречения именем ребенка. Есть самскара свадебная церемония,
тоже на всю жизнь пилить, чтобы оставить глубокий след сознания и чувство ответственности. И наиболее важное – это посвящение духовного учителя второе рождение. Родиться нужно в знании. Недостаточно рождения в невежестве. Нужно обрести знание. Когда мы получаем посвящение, это облегчает наш путь. Это необходимо. Рюкзак кармы тяжел. Путь далек и высок. Труден. Необходимо облегчить его. Это процесс для облегчения. В свою очередь, когда вы получаете полномочия, можете возгордиться. Каждый. Можете возгордиться, что вы станете более влиятельным, более сильным человеком после посвящения. Что же делать, чтобы не возгордиться? Служите. Используйте это служение Кришне. Станьте слугой. Займите это служение Кришне. Не пытайтесь отдельно наслаждаться духовной инициацией, духовным положением. Мы не должны этим злоупотребить. Мы должны остаться смиренными слугами, как Харидас Такур. И он не считает себя даже достойной личностью, но он пребывает в таком блаженстве, в таком экстазе. Каждую секунду своей жизни. Он купается в этой милости Господа и чувствует такую любовь, такую благодарность. Тем не менее, когда Харидас слышал какие-то отклонения, мог легко разбить философство. Обладал глубочайшим знанием. Нам Ачарья его прославлял Господь Читания, то нам Ачарья, он учитель святого имени. Он медитировал однажды в земляной пещере. Землянка, понимаете, что такое? Там нет каких-то деревянных полов, стены, света и воды. Никаких удобств, просто землянка, нора. Но поскольку его ум был чист и сердце чисто, люди, приходя туда, думали, что заходят в какой-то великолепный храм. В этой норе не чувствовали себя как в храме. Это был духовный мир, и Харидас там сидел, воспевал себе 300 тысяч имен каждый день. И в этой же норе жила змея, огромная кобра, несколько метров. Настолько огромная змея, что когда приблизиться к этой пещере, если то, можно было чувствовать запах яда отвратительный. И люди понимали, туда опасно заходить очень. Они хотели послушать Харидаса, но очень боялись змеи. И они взмолились ему, ты святой человек, ты бесстрашный, понятное дело. Тебе все равно жить или умереть, ты не боишься, ты живешь с этой коброй и воспеваешь спокойно. Но мы не такие, как ты, боишься даже приблизиться туда. Пожалуйста, смени жилье, чтобы мы могли общаться с тобой. Ради нас, ты же ради блага делаешь эти вещи. Ну раз так, ну давайте я перейду под дерево куда-нибудь. Там буду жить. Собрался уходить, тут появилась змея. Бежали в пещеру. Харидас остался на месте. Огромная кобра выползла, подползла к стопам Харидаса Такура, склонила голову, коснулась стоп и уползла, больше никогда не возвращалась. Она подумала, зачем ты меня живешь? Я уйду, не беспокойся. Но проблем. Такого влияния трансцендентной энергии. Даже змеи чувствуют это. И мы были в том месте, в Навалипе. Там деревня, очень красивое место, далекое. Туда не так просто. Был автобус, много часов езды по бездорожью. И там прекрасный такой травяной покров кругом, вот эти вот пальмы кокосовые, финиковые, люди такие шоколадного цвета, хижины из глины и соломы, чистота, звенит все. А как в другой мир попадаете, там эта пещера до сих пор существует, в смысле, его, конечно, нет за эти 500 лет, но там вот это бревно в том месте, где была эта пещера, эта метка, считается священной. И буквально минут за 40, пока за час, пока мы там о чем-то говорили, уже были. Горы халавы, просада. Нас уже усадили, стали кормить, раздавать. И каждому дали изображение Харидаса Такура. Каждому красивую картинку, воспевающую святые имена. Вот, и медитируйте на него, повторяйте святые имена. Он даст вам милость, он благословит вас, вы будете чистым, вы обретете чистое воспевание, освободитесь от этих страданий. Так, эта картинка до сих пор в мире, это дома лежит в Петербурге. Она мне стояла много лет. Итак, есть люди, которые очень дорожат святым именем, есть люди, которые в невежестве, не знают цену святого имени. Нужна наука, постепенно обретет знание человек. Поэтому нужен гуру. Если бы мы были в знании, мы могли бы даже без гуру воспевать святое имя и общаться с Богом.
По милости Кришны тоже возможно это. Без гуру, говорится. Два варианта есть. Без гуру можно просто по милости Кришны продвигаться. Но это трудно сейчас. Поэтому «Са гурун эвабхига чет» Прабхупада цитирует. Гуру необходим сейчас. Но он нужен. И не просто какой-то гуру, нужен духовный учитель. Не просто, который можно учить философии или этике, нравственности, культуре. Нет, нужен духовный учитель, утвержденный в брахмане, который уже не заинтересован в новом рождении. Который утвердился в преданном служении. Необходимо иметь такого гуру. Кто посвятил свою жизнь служению своего гуру, он может также принимать учеников. Может контролировать язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. Он может принимать учеников, ему позволено. Все мы должны стать такими людьми. Научиться контролировать язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. И распространять духовные знания повсюду в мире. Для этого мы получаем посвящение. Чтобы быть слугой Господа. По традиции я должен напомнить о 10 оскорблениях в этот день. Несомненно, мы можем достичь успеха в этой жизни, если будем избегать этих 10 оскорблений. Одно условие. Первое оскорбление, ошибка, которую можно совершать в процессе воспевания, это критиковать преданных окружающих нас, видя их какие-то несовершенства, недостатки. Не говоря о том, чтобы поносить их или злобно отзываться о преданных. Это недопустимо, это разрушает духовную жизнь. Это очень могучная парадха. Второе. Думать, что есть также великие полубоги и другие великие личности, не только Кришна. Как говорится, в Коране у него нет равных. И никто не будет выше него. Никаких сотоварищей нет. Прабхупада тоже сам говорит, равного нет Кришне. Никто не будет равен. Даже Брама нет. Даже Шива нет. Никто. Даже миллионы Брам нет. Невозможно. Поэтому нужно понять, что Святой Кришна — это конечная инстанция, конечная цель. Чтобы у нас не было потом запутанности, чтобы еще кроме Хари Кришна мантры повторять. Есть что-то еще более сильное, кроме Хари Кришна мантры? Нет. Кришна превыше всего. Третье оскорбление — не принимать наставления духовного учителя, не подчиняться. Четвертое оскорбление — критиковать, поносить ведическую литературу. Искать недостатки, несовершенства. Как это делают люди обычно? Это же человек написал какой-то. Почитайте. Вы не читали, почитайте. Как может человек написать такое? Как это возможно? Почитайте, зачем написано. Когда в Англии стали обвинять преданных власти во времена Прабхупады, и даже подали в суд, что-то не авторитетное движение, что-то еще, из-за ошибок каких-то преданных. В Прабхупаде пришла эта бумага с обвинением. И ученики спросили, что нам делать? Прабхупада немедленно, официально от лица общества ответил, как лидер. Мое условие, пусть будет суд, пусть будет иск, но мое условие. Все судьи должны прочитать все мои книги от корки до корки. После этого будем судиться, пусть будет суд. Суда не было. Читайте книги Прабхупады. Говорит, что если вы просто прочитаете книги от корки до корки трижды, вы станете преданными. Просто прочитаете Шримад-Бхагаватам, станете преданными. Любой человек. Но они не читают. Они читают даже местные священные писания. Ну, в смысле, плохо понимают, поэтому не читают. Трудно, потому что трудно понять. Но, тем не менее, критиковать не нужно священные писания. Если я их не понимаю, не означает, что они плохие. Просто мне нужно понять, что написано. Поэтому очень важны комментарии, очень важны обсуждения. Это наша практика. Слушать и воспевать, слушать и повторять, обсуждать, углублять это знание ежедневно. Священные писания можно уважать, даже если они непонятны или трудны для исполнения наставления. Пятое оскорбление – интерпретировать на свой собственный лад значение святого имени. Как это делают материалисты или экстрасенсы? Но не по-другому все это вам написано. Как различные сплетения энергии и что-то еще. Не слушайте эти вещи. Это поверхностное объяснение. Не полезно. Секрет заключается в том, что нужно понять только одну вещь, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Это единственное верное понимание, полное понимание.
Остальное подчиняется этому пониманию. Вы, конечно же, увидите все эти энергии, сможете все осознать. И другое, энергии Кришны также присутствуют. Но это второстепенная вещь. Не так важно. Вообще на это можете внимание не обращать. Что вы там видели, воспевание, можете об этом даже забыть. Важно помнить, что это сам Кришна. Вот что. Одна ученица спросила Прабхупада, а что такое, я вижу розовый свет, когда, повторяю, Хари Кришна мантру или в киртане свет розовый включается, начинает видеть что-то другое. Что Прабхупада сказал? Просто продолжай воспевать. Не заостряй внимание на это. Просто помни, когда Кришна. Шестое оскорбление. Считать, что величие святого имени надумано, преувеличено в писаниях, чтобы привлечь последователей. Рекламная кампания развернулась. Хари Кришна. Вы думаете, что это преувеличение, вы глубоко ошибаетесь. Невозможно на самом деле никак описать величие святого имени, никаким языком. Кришна неисчерпаем. Из Кришны исходят все вселенные. Кришна, Прабхупада сказал, Кришна создал это солнце, слово ученика. Они об ученых говорили. И солнце встало, говорит, Кришна создал это солнце. Он может таких солнц миллионы создать. Он добавил, он уже это сделал. Он уже создал миллион этих солнц. Это факт, он сказал. Источник есть. И вот он называется Кришна. Седьмое оскорбление. Прабхупада не любил это седьмое оскорбление очень сильно. То есть он пару слов сказал об этом. Совершать греховную деятельность, надеясь на очищающую силу святого имени. Но если оно такое могущественное, какие проблемы? Вообще, зачем о грехе каком-то говорить? Просто поспеваете и все, но грешите, воспеваете, грешите, воспеваете, кто кого. С Кришной стены. Вообще можете грешить всю жизнь, главное в конце жизни сказать Хари Кришна и все. Все просто. Слышите такие мнения? Это седьмая практика. Не сомнительно, если вы случайно оступаетесь, это все простится много раз. Но намеренный грех мы за него ответим. Намеренный грех мы должны избегать. Если мы так себя оправдываем, продолжаем грешить, это уже оскорбительно, точнее, к святому имени, это препятствие. Случайный грех не проблема. Восьмое оскорбление, когда человек думает, что процесс воспевания – это один из ритуальных церемоний ведических, кармаканды, предписанных для улучшения материальных обстоятельств условий. Кармаканда означает, что мы улучшаем свои материальные обстоятельства, богаче становимся. Разумнее мы знания приобретаем, влияние, славу, все можно приобрести благодаря воспеванию святого имени. Не в этом цель? Нет. Это оскорбление, так считается. Это принижение значения святого имени. Цель святого имени – достичь любви к Богу. Цель воспевания. Запредельная цель. Итак, у нас есть свой интерес, у Кришны тоже есть свой интерес. Важно, чтобы интересы совпадали. Кришна желает обрести отношение к живому существу, вечно восстановить. Мы должны хотеть того же самого. Девятое оскорбление проповедуют неверующим о славе святого имени, надеясь на их поддержку материальную. То есть неискренним людям проповедуют, потому что они богатые. Материалисты. Это оскорбление. Прежде чем человек получит святое имя, он должен дать обеты. Иначе он не признается искренним. И десятое оскорбление – корень всех проблем. Сохранять материальные привязанности, держать их при себе, несмотря на множество наставлений, предписаний. Это демоническая практика. Господь Читаев сказал, станьте садовниками, вырывайте анархи, выбрасывайте их, не сохраняйте сорняки в сердце. И как же мы можем избежать всех этих 10 оскорблений, говорит Бхактивинода Тхакур, Харидас Тхакур? Просто повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Внимательно. Если вы повторяете Чабу, повторяйте внимательно. Насколько возможно внимательно. Кришна в Гите говорит, ум уходит всегда куда-то. Но ты должен подчинить ему, под контроль поставить его. Также ум будет уходить куда-то. Но ты должен возвращать его, снова слушать звуки. Снова слушать звуки. Снова слушать. Нужно приучить его к этой схеме. И тогда святой будет раскрываться в нашем сердце.
Прабхупада сам говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах Кришна. Когда Святое Имя входит в глаза, мне хочется иметь миллионы глаз. Когда оно попадает на язык, хочется иметь миллионы языков, миллионы ушей, миллион органов восприятия. Сколько нектара не умещается. Это чистое Святое. Оно произносится без всяких усилий, спонтанно. И также без усилий оскорбления совершаются. По привычке, по обусловленной природе. А усилия между ними – это нама-абас, процесс очищения. Вот что нам сейчас очень важно. Пока вы внимательно слушаете это нама-абас, вы признаете их освобожденными душами, повторяя внимательно. Это практика уже для освобожденных душ. Это единственное, что нам требуется. Поспевайте внимательно слушать Святое Имя. И сейчас мы приступим к именам. Все готовы для этого? Микрофон еще есть один? Работает второй микрофон? Сейчас приятно будет давать обед и получать имена. И камеры включены, да, уже с аппаратом, что, о том, чтобы никто не видел, что этого не было.